было принято решение, что из разных регионов, из разных округов дети ездят друг к другу в гости, чтобы, вот, чтобы понять вот эту атмосферу. Это помогает развить местный туризм, потому что развитие местного туризма – это очень важно. И из конька-горбунка мы сделали локальный бренд Тюменской области. Я очень люблю это выражение, и, собственно, когда давала технологическое задание по поводу логотипа нашего, это был «My Little Pony Тюменской области», потому что детям нужен какой-то современный помощник, который будет в их духе, немножко не совсем в той стилистике, в которой мы привыкли, но он должен быть классным, он должен быть современным, он должен быть таким же помощником, как был у наших родителей, но при этом осовремененным. И вот нам получилось это сделать, и вот сейчас конек у нас шагает по всей большой Тюменской области, и гораздо больше детей, и мы этому очень рады, узнали о коньке как о символе Тюменской области.